Высшая цель человека – познать Творца. Мы ему поклоняемся каждый день, но много ли знаем о его именах? Милостивый, милосердный. А у него есть 99 имен, и у каждого глубочайший смысл. 99 имен Аллаха. Хасан Али на канале Dawa Project. Я хочу задать вопрос каждому. Я сегодня ваш гость, верно? Вы любите меня? Те, кто сидят у экранов телевизоров, вы меня любите? Я, Аллах свидетель, люблю каждого из вас. Возможно, люди разойдутся во мнениях о моей любви к ним и об их любви ко мне. Но можно я спрошу? Вы любите Аллаха? Все любят Аллаха, верно? В этом нет разногласий. И я вас прошу с именем Аллаха, тех, кто любит Аллаха и слушает меня, поднимите руки из любви к Нему. И зрители тоже, которые сидят здесь и перед телевизором. Я прошу вас с именем Аллаха, поднимите руки из любви к Нему. О Аллах! Вы все подняли руки, да ведь? Пусть Аллах наградит вас всех. Аллах видит вас сейчас и видел любовь в ваших сердцах до того, как вы подняли руки. Вы что-нибудь заметили? Меня снимает камера? Вы все подняли руки, так? А я поднял руку. Я попросил вас, если вы любите Аллаха, поднять руку. Но я сам не поднял руки. Значит ли это, что я не люблю его? Но кто тот, кто не дал поднять мне руку? Кто помешал мне, я спрашиваю вас с именем Аллаха. Тот, кто помешал мне поднять руку, это тот, кто позволил ее поднять вам. Знаете почему? Потому что я ослушался его. И он наказал меня. Это наказание длилось год, два, 20 лет. Любой грех, любой. Прослушивание музыки, фильмов, в которых есть запрещенное, таких же ТВ-шоу. Я все это делал. Спешил к ослушанию Аллаха. И медлил с подчинением ему. И до сих пор, хоть вы все еще ослушаетесь его, он позволяет вам поднимать руку, когда говорите, что любите его. А у меня он эту возможность забрал 21 год назад. Вы ждете, что и у вас заберет? Вы до сих пор ослушаетесь Аллаха. Вы все еще курите наркотики, мастурбируете, девушки брови выщипывают. Продолжайте и продолжайте это делать. Вы навлекаете на себя гнев Аллаха, а Он все еще позволяет вам поднимать руку. А мне уже не позволяет. Я бы сам хотел подмывать свои половые органы, но уже 21 год я не могу подмываться. Вы после того, как сходите в туалет, никого не зовете, чтобы вас подмыли. А меня вот уже 21 год подмывают. Нужно, чтобы со мной кто-то рядом был. Сегодня я пришел без своей матери или жены. Они меня подмывают, когда мне нужно. Я буду вынужден ждать, пока не прибуду в Джидду или в мой дом в Медине, чтобы они подмыли меня. То, что я сейчас разбудил ваши сердца, лучше, чем в судный день ваши тела попадут в огонь. Это лучше, чем если ваши сердца будут разрываться в огне в судный день. Хвала Аллаху за все милости, которые Он дает вам на этой земле. Прошу Аллаха, чтобы вас ждал легкий расчет в могиле и в день суда. Прошу Аллаха защитить всех вас от огня ада. Эта рука, которую вы подняли из любви к Аллаху, будет свидетельствовать за вас в день суда. Пусть эта рука свидетельствует за вас. Если вы в чем-то допускаете непослушание Аллаху, прекратите это. Например, Аллах говорит в Коране о тех, кто обвиняет целомудренных женщин, даже не помышляющих о грехе, что в судный день их языки, руки и ноги будут свидетельствовать о том, что они совершили. И поэтому те, кто смотрит, пусть ваши руки будут свидетельствовать за вас. Не слушайте музыку, не смотрите фильмы этого шоу, где есть запретное. Не мастурбируйте, не выщипывайте брови, не смотрите порнографию, не берите телефоны у парней или девушек, не вовлекайте их в грехи, не общайтесь в чатах, где женщины показывают тела. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Помните об Аллахе, мои братья и сестры. Будьте благодарны Аллаху за его милости. Аллах говорит о тех, кто скупится делать пожертвования. И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам. Пречистый, о Аллах, и я восхваляю тебя. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме тебя. Прошу у тебя прощения и каюсь тебе.
Аллах, причист он Всевышний, говорит в суре Ан-Нахль: «Все блага, которые вы имеете, от Аллаха. И если вас касается беда, вы громко зовете его на помощь». Братья, сестры, лайки ставьте, подписывайтесь, комментарии пишите и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.